Несколько минут назад поклонники советского и российского кино были шокированы печальной новостью. 78-летняя советская актриса Инна Чурикова была госпитализирована в одну из московских клиник. Инна Чурикова оказалась в больнице. Муж актрисы Глеб Панфилов сильно переживает за 78-летнюю актрису. Близкие актрисы сейчас очень волнуются за состояние ее здоровья, ожидая заключения врачей. Близкие надеются на лучшее. Супруг актрисы Глеб Панфилов раскрыть детали госпитализации отказался, но сообщил подробности грустной новости. По его словам, артистка действительно попала в больницу, ведь она совсем себя не бережет и не следит за своим здоровьем. С едва скрываемым волнением ждем результатов анализов и заключения врачей, рассказал Глеб Панфилов. Решила узнать давление и прочее, сдать анализы крови, немножко заняться собой. Она не девушка 16 лет, поэтому надо это иногда делать, добавил супруг. Инна Чурикова сама сообщила, что находится в клинике. Звезда Ширли Мерли на расспросы светских хроникеров ответила сильно уставшим голосом. Она заверила, что с ней ничего страшного не произошло, мол, просто обследование. Напомним, что ровно 3 года назад актриса угодила в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Тогда Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в Московском театре «Русская песня». Все произошло в конце выступления, когда софиты, освещающие сцену, ненадолго погасли. За кулисы актрису унесли на руках. Тогда доктора быстро поставили народную любимицу на ноги. Желаем актрисе и в этот раз скорейшего выздоровления. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!